Послание Отца Абсолюта от 5 апреля 2020 года. Перегруппировка сил. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети. Сегодня мне хочется объяснить вам некоторые нюансы происходящих сейчас на физическом плане Земли событий. В последние дни началась некоторая перегруппировка сил тех, кто организовал это грандиозное шоу под названием «Коронавирус». Поскольку благодаря интернету правда о замыслах и планах правящей мировой верхушки начала не просто просачиваться в узкие круги людей, пытающихся докопаться до истины, а приобрела уже довольно широкую огласку, режиссерам этого спектакля приходится переписывать сценарий на ходу. Сейчас они пытаются залатать дыры в тех местах своего творения, где задуманная ими трагедия начала превращаться в фарс. В чем же причина их просчета? Прежде всего, в пробудившемся сознании людей, которые раньше даже не задумывались о том, как и чем они жили. А главное, что до абсурдной ситуации с карантином люди без сомнений принимали за чистую монету все то, что пытались донести до них средства массовой информации. Многие из них свято верили в демократию, права человека, либеральные взгляды своих правительств. Но теперь даже так называемые обыватели смогли увидеть истинное лицо правящей элиты, которая в кратчайшие сроки сумела подмять под себя практически все население планеты, заперев всех по домам. И все же их план хорошо сработал лишь на примере низковибрационных существ, воплощенных в физических телах, но не в отношении людей. На человеческие души он возымел скорее обратное действие. У людей открылись глаза на то, что происходит сейчас на вашей планете на самом деле, и для многих стало очевидным, что человечество действительно оказалось на краю гибели. Люди поняли, что их пытаются лишить главного, что есть у человека – свободы воли, и загнать их в полное окончательное рабство – духовное и физическое. И сейчас на вашей планете поднялась огромная волна массового осознания происходящего. Что же касается правящей мировой верхушки, которой так легко и буквально в считанные дни удалось превратить весь мир в огромную тюрьму, и которая уже довольно потирала руки, то она оказалась теперь в довольно щекотливом положении. Ей нужно во что бы то ни стало сохранить лицо, дабы довести этот спектакль до конца. Но как это сделать в нынешних условиях, когда вибрации Земли стремительно растут, они пока не знают. Они прекрасно понимают, что теперь им предстоит работать гораздо тоньше, дабы исправить допущенные ранее ошибки. Теперь они будут все делать для того, чтобы выглядеть в глазах людей спасителями мира, заботящимися только об их здоровье и благополучии. Поэтому, родные мои, вам нужно быть вдвойне внимательными и осторожными. Воспринимайте все происходящее вокруг вас не умом, а душой. Прислушивайтесь к своей интуиции, а не к тому, что будут пытаться вам навязать силой, какой бы красивой обертке это ни преподносилось. Благословляю вас, родные мои, и люблю безмерно. Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт «Возрождение».